Его, яко есть лишение, яко я чувствую его, Бог отец не чашей толка. Свистающие же Господа не решатся всякого зла. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человека тяй живот, любит не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои ежи не глаголати вси. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши его в молитву. Нет же Господня направляющие злая, еже потребите от земли памяти. Вас ваша праведнее Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасе. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любим, всегда ныне пресно и во веки веков. Глаз Господень на водах вопиет глаголя. Придите, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явшегося Христа. Несть вот освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вот возвращает струи, владыку зря крещаема. Яко человек на реку пришел Иси Христе царю, и рабское крещение, приятие чишейся блаже, от притечу руку, грех ради наших человека любчем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Ко глазу вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, пришел Иси Господи, зрак ради прием крещения, прощя неведы греха. Видишь отя воды убояшися, трепетен бысть притеча и возопи глаголя. Како просветит светильник света, каку руку положит раб на владыку, освети меня и воды спаси. Землей мира грех. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мем. Так говорит Господь. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться. Будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей. Великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
Тогда хромой скочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему. Но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Вон мне. Так говорит Господь. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите. Покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте мне внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народа, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он милостив. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева на поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. И это будет во славу Господа, знамение вечное, несокрушимое. Премудрость. Пророчество Исаии на чтение. Так говорит Господь, и в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев. Премудрость. Прокимен глаз третий, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Господь, просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюся? Премудрость.
Коринфянам послание святого апостола Павла, чтение. Аминь. Братья, не хочу оставить вас в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня. Камень же был Христос. Мир Тищущему. И Духови Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Услышим святаго Евангелие. Мир всем. Духови Твоему. От Марка святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Возьми себе спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй всего мира, благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Возьми себе с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь. Господу помолимся. Господи, помилуй. О православном еврейском всероссийской церкви, Господи нашим высокопреосвященнейшим, Ипполите Ларионе, честь нем, пресвитере всего Христе, диаконстве, во всем прище люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей, в Отечестве, в России несущих, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы силой и действием и наитием святаго Духа осветились воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы очистительная и действенная сила Божественной Троицы снизошла на воду сию, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы силою, действием, наитием Святаго Духа даровалась ей спасительная благодать и благословение Иордана, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь скоро не спроверг сатану под ноги наши и расстроил всякие лукавые замыслы, направляемые против нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы Господь Бог избавил нас от всех дьявольских козней и искушений и сделал достойным обещанных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы через наитие Святаго Духа просветиться нам светом
познанию благочестия Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы Господь Бог ниспослал благословение Орданова и освятил эти воды, Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы эта вода послужила даром освящения, избавления от грехов, исцелением душ и тел, и для всякой особенно необходимой помощи Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы послужила она к удалению всех козней видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Господи, помилуй! О почерпающих и принимающих ее для освящения домов, Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы послужила она для очищения душ и тел всех с верою почерпающих и пьющих ее, Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы через принятие этой воды при таинственном явлении Святаго Духа удостоиться нам полноты освящения, Господу помолимся. Господи, помилуй! Чтобы услышал Господь Бог молитвенный голос нас, грешных, и помиловал нас, Господу помолимся. Господи, помилуй! Боясь нас от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Божию Твоею благодатью. Господи, помилуй! И святую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Господи Иисусе Христе, Единородный Сын, пребывающий в Отце, истинный Бог, источник жизни и бессмертия, свет от света, пришедший в мир, чтобы просветить его, озари наш ум Твоим Святым Духом, прими нас, прославляющих и благодарящих Тебя за Твои дивные дела, явленные Тобою от вечности, и за Твое в последние времена спасительное воплощение, в котором Ты, Владыка всего, оделся в нашу немощную убогую природу и снизшел до рабского служения, и, будучи безгрешным, Ты принял еще и крещение от руки раба на Иордане, чтобы, осветив водную природу, проложить нам путь через возрождение водой и духом и привести нас к первоначальной свободе. Поэтому, празднуя воспоминания этого божественного таинства, мы молимся Тебе, Владыка Человеколюбче, окропи по Твоему божественному обещанию и нас, недостойных Твоих рабов, чистой водой, дарованную по Твоему милосердию, и да будут угодны Тебе, милостивому, все прошения нас, грешных, об этой воде, чтобы через нее даровалось Твое благословение нам и всему верному Твоему народу для славы Твоего святого и достойного поклонения имени. Ибо Тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Великий Господи, и дивные дела Твои, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Велик Ты, Господи, и дивны Твои дела, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Велик Ты, Господи, и дивны Твои дела, и никакое слово не может вполне прославить величие Твоих чудес. Ибо Ты по Своей воле привел все в жизни из небытия. Ты по святому могуществу всем управляешь и своим промыслом созидаешь мир. Ты, создавший четырех стихий творения, увенчал четырьмя временами круг года. Перед Тобою трепещут все духовные силы. Тебя воспевает солнце, Тебя славит луна, пред Тобою ликуют звезды. Тебе внимает свет, пред Тобою трепещут бездны. Тебе служат источники, Ты простер небеса, как шатер. Ты ты на водах утвердил землю, Ты оградил песком море. Ты для дыхания живущих излил воздух. Тебе служат ангельские силы. Тебе поклоняются соборы архангелов. Ты окружен сонмищем летающим многочисленными херувимами, крылатыми серафимами.
стоящими, прикрывающимися в страхе от Твоей неприступной славы. Итак, Ты, будучи неограниченным, безначальным, неизреченным Богом, пришел на землю и принял образ раба, сделавший человеком, ибо Ты, милосердный Владыка, по Своей милости не мог без сострадания видеть мучимый дьяволом человеческий род. Поэтому пришел и спас нас. И так как Ты искупил все человечество, осветив Своим рождением девственное чрево, то мы исповедуем Твою благодать, проповедуем милость, не скрываем Твоих благодеяний. И все творения воспевают Тебя, явившегося, ибо Ты Бог наш. Ты пришел на землю и жил с людьми, и Ты, пославший с неба святаго Твоего Духа, осветил Иорданские воды и сокрушил голову гнездящих там змеев. Ты сам человеколюбче царю, прииди, и нытьем святаго Твоего Духа освети воду сию. Даруй ей спасительную благодать, благословение Иордана, сделай ей источником бессмертия, даром освящения для прощения грехов и исцеления от болезней, исполненной ангельским могуществом, недоступной для дьявольской силы, на гибель демонам, чтобы все почерпающие и принимающие ее получили через нее очищение душ и тел, исцеление от страстей, освящение домов и всякую особенно необходимую помощь. Ибо Ты Бог наш, водой и духом обновивший, обветшавшую от греха нашу природу. Ибо Ты Бог наш, бреной и водой потопивший грех. Ибо Ты Бог наш, через Моисея морем освободивший еврейский народ от рабства фараона. Ибо Ты Бог наш, рассекший в пустыне камень, истощивший из него воду, изведший потоки и напоивший свой жаждущий народ. Ибо Ты Бог наш, через Илью, водою и огнем, отвлекший израильтян от поклонения по Ваалу. Ты сам, Владыка, своим святым духом, и теперь освети эту воду. Ты сам, Владыка, своим святым духом, и теперь освети эту воду. Ты сам, Владыка, своим святым духом, и теперь освети эту воду. И даруй всем, прикасающим к ней, пьющим ее, и кропящимся ею освящение, здоровье, очищение, благословение. И спаси, Господи, и помилуй архипастырей, пастырей и всех православных христиан, и сохрани их в мире под Твоею защитою, покори им всякого врага и противника, даруй им все просимое для спасения и вечную жизнь, чтобы стихиями, народами, ангелами и всем видимым и невидимым славилось Твое Пресвятое имя с Отцом и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Мир всем! Главы ваши, Господи, вы преклоните! Господи, благоволивший креститься во Иордане, освятивший Его воды, преклони ухо Твое, услышь нас и благослови всех нас преклонением своих голов, изъявляющих Тебе покорность. И удостой нас, Господи, исполниться Твоего освящения через принятие этой воды, чтобы послужило оно нам для здоровья души и тела. Ибо Ты – освящение наше, и мы воссылаем славу, благодарение и поклонение Тебе, с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым всем благим и сотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троичество явится поклонение ради благосвидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына и минуя, и Дух в виде голубини, известовавши в слове все утверждение, явлися Христе Боже, имя просвящай слава Тебе. Крещающийся Тебе, Господи, Троичество
поклонение. Родители, попросите, что же тебе, возлюбленного Отца, Сына и Винуя, и Дух, видя голубине, из истоши слови все утверждение, я влейся, Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. Ой, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое имя поклонение, родителям во власти Христовши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух великого убиения, известно ваше слове все утверждение, я влезь за Христе Боже, и мир просвещай слава Тебе. Ой, Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое лицо поклонение, родителям во власти детей Тебе, возлюбленного Отца, Сына именуя, и Дух, видя глубине, известно ваше слове все утверждение. Освящай мне и воды,
подавается креста Бога и спаса душ наших. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. И Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Неживая в дании креститесь от Иоанна, изволивай нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и всех святых праведных Боготец Акимана и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь.